Приветствую вас. Сегодня мы начинаем делать стяжку, и перед этим мы обязательно грунтуем пол. И после чего устанавливаем маяки. Начинаем устанавливать маяки под стяжку. Здесь у нас стоит лазерный уровень. Вот здесь. И по лазерному уровню выставляем маяки в этой комнате. То есть у нас полы будут на одном уровне и на кухне, и в прихожей, и в зале. Пока Максим выставляет маяки, а я параллельно заделываю вот эти вот швы по краям. И после чего начинаем заливать пол. Вот Максим намазывает клей на маяки. Потом берет правило и смотрит по лазеру, чтобы четко было ровно. Вот так мы устанавливаем маяки. У нас будет три направления. Первый, второй и третий. Все, закончили мы установку маяков полностью на эту комнату. И теперь начинаем заливать пол. Итак, поехали. Вот мы и залили пол в этой комнате. Мы вам показали, что перед этим сделали. Вначале мы прогрунтовали, поставили маяки по лазерному уровню и после чего залили полностью пол. На следующее утро мы пришли, обязательно надо шпателем почистить полностью по краям от стяжки, потому что бывает правило доходит и там бывает остается раствор, поэтому нужно почистить по углам. Затем берем правило и проходим так же само пол, снимаем лишний слой. И чтобы вы убедились, насколько ровный пол, мы вам сейчас и покажем. Максим сейчас возьмет уровень. Вот у нас уровень. И как вы видите, пузырек показывает ровный пол. И нигде нету бугорка. То есть пол полностью ровный, благодаря тому, что мы маяки поставили по лазерному уровню. И, конечно же, на этом полу будет стелиться ламинат.
Так что напишите ваш комментарий по поводу того, как мы сделали стяжку.